Доброе утро. Приходится опять немножечко утепляться. Холодает, все холоднее и холоднее. Даже вот здесь вот в комнате что-то стало прохладно у нас, вот потому что все занесено сюда, вся техника, все коробки в одной комнатушке. Кухня, потому что и другая комната теперь свободная. Вот здесь вот прям прохладненько. Батареи, потому что закрыты. Приходится снова утепляться. Я вот думаю, господи, что-то тут так темно. Глаза себе маленечко подкрасила. Где мимо, где не мимо. И бывает, потом на работу прихожу. Света нету достаточного. При нормальном свете смотрю. Смотрю, тут тушь мазнула, здесь. Приходится убирать. Вообще у нас натяжка по тепловиков стоит 20 и 21. За два дня будут тянуть. Может быть, хоть свет прибавится какой-то. Я уже на улице еле дверь входную открыла. Какой-то ветер прям такой. Я посмотрела, кстати, сколько градусов. Ну, 35 точно есть. Мне кажется, сегодня даже холоднее, чем вчера. А по ощущениям, так вообще все минус 40. Направляемся к машине. Едем на работу. Работу работать. О, рука у меня отмерзает.